Ну что, вернемся и проверим последнюю дверь? Велите земле не трястись. Знакомое зрелище. Мы снова попали в спиральную часть шахты. Слышали, братья? Похоже, мы не одни. Не спи. Гляди в оба. Атрей, мои слова тебя задевают? Да я все понимаю. Братья, погодите. Там впереди, кажется, свет. О! Кажется, пришли. Засов, чтобы то, что внутри, осталось внутри. Да, кладовые с одеялами так не запирают. Я понял, что нам делать. Атрей, стрелы. Жду приказа. Правее!
так, здраво! Серий, слева! Кто-то не хочет, чтобы мы туда попали. Мы уже близко. Так вперед! Что это за уловки, Один? Какие игры ты затеял сейчас? Мы не с Одином. Мы хорошие. И это бог войны? Эти клинки. Я тебя знаю. Бог-убийца. Ты пришел за мной, да? Дать тебе свободу. Нет, не подходи! Брат, дай-ка я! Тюр, Тюр! Слушай, ты ведь меня знаешь, да? Ты убил Мимира! Нет, 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 нет! Да, мы же его оживили! Нет, не подходите ко мне, убийцы! Стой! Он нужен! Стой!
Сейчас меня знатно поболтает. Осторожней, брат. Это Биврёз. Дюрда! Справа, брат! Берегись сзади! Берегись сзади! Найдем парня. Все в порядке. Все будет хорошо. Успокойся. Мы хотим помочь. Нет, оставь меня. Тюр, послушай, клянусь, мы не причиним зла. Мы вытащим Уходи тебя. Прочь. Отведем туда, где Умоляю. Один не достанет. Пожалуйста. Это мой отец. Мы... помогаем. Я должен вернуться, прошу. Он ведь рассердится. Отец! Ра!
Разве ты не воин? Разве ты не лидер народов? Соберись! Мой сын привел нас сюда. К тебе! Глянь на него! Ты... Зачем? Ты меня не знаешь. Знаю, за что ты боролся. Ты помог великанам. Мы хотим вернуть долг. Мы? Мы уходим. Ты идешь с нами. Вот! В озере была статуя. Там ты с копьем. Я решил, тебе нужно... На что, опереться? Нет. Спасибо тебе, но я справлюсь сам. Но... Ладно. Я бежал, ибо не всегда вижу реальность. И порой я... Не стыдись этого, брат. Сейчас очень непростое время. Вы тоже его слышите? Пора возвращаться. Ты чувствуешь? Ветер дует вот отсюда. Как называть вас? Я Трей. Мимира ты уже знаешь. А это мой отец. Радос. Отчего сын Спарты решил поддержать Йотунов? Моя мать была последним великаном Мидгарда. Лафей. Лафей. Я помню это имя. Она тоже пыталась помогать всем. Она ушла в свет Альфхейма. Соболезная. Сидишь, обычно не так сильно трясет. Позвольте мне помочь вам. Хотя бы в этом. Ого! Зачем приходить за мной гневать Одина? Ну, грядет Рагнарёк. Надеюсь, ты знаешь. Мы думали, ты поможешь. Вы пришли за мной, чтобы начать войну? Нет. Тюр, приятно, наконец, повстречаться с тобой лично. Мимир, что с тобой стало? Пошел по твоим стопам. Предательство, бессрочное заключение, кошмарная пытка от рук всеотца. Ты такого не заслужил. А кто заслужил? Ну, у меня хоть вид из тюрьмы был получше. Мы нашли его на вершине горы. Он весь врос в дерево, и чтобы освободить его, пришлось вот так. Изящное решение. Главное, все довольны. Ты как? Просто я так давно не видел света. Впереди есть лесок. Тяни, тебе не будет так резать глаза. Ничего.
Ты сказал Рагнарёк? Значит, Бальдер. Бальдер мертв. Один отправил его найти великана в Мидгарде, а он нашел Кратоса. Ну а я пообещал довести этих двоих до высочайшей вершины всех миров, если они отрубят мне голову и уговорят Фрейю меня оживить. Мимир, речь о Бальдере. Я к этому и веду. Вы же не только рубили всех подряд. Но мы вернулись на болото. Йоффа! Берегись! Нет, 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 нет! Все в порядке, я прикрою! Пока снова не напали. Тебе стоило взять копье. Смог бы защититься. Я отказался от насилия. Но ты же бог войны. Это осталось в прошлом. Но если Один начнет Рагнарёк, ты и впрямь не будешь биться. Нет, даже если б захотел. Прежде чем мы пойдем, ответь. Чего именно вы хотите? Ты говоришь о Рагнарёке. Вы пришли сюда за богом войны. Такой тюр вам нужен. Атрей. Я... Простите, я благодарен за свободу. Но если вы хотите, чтобы я участвовал в войне, или еще хуже, возглавил ее, то лучше убейте меня.
Я не хочу войны. С меня довольно. Никто тебя не убьет, брат. Это лучше, чем дожить до Рагнарёка. Мы не хотим войны. Нам нужны ответы. Я не знаю, как вам помочь. Это не важно. Великаны тебе верили. Вот какой тюр нам нужен. Нужен ты. Ладно. Мне нужно лишь отдохнуть и немного поесть. Вы убили охрану, что несла мне еду. Брат, может, расскажешь, чем закончилась та история? На нас напали сыны Тора. Мы их убили. Бальдер хотел убить Фрейю. Я его убил. А про то, как мы бились с валькириями и освободили их, и что великанов больше нет, и что они назвали меня Локи, и что мы нашли святилище что и... с великанами? Когда мы попали в Йотунхи, все были мертвы. Мертвы? Думаете, это Один? Мы не знаем. По-моему, мы очень вовремя уходим отсюда. Ого! Что это? Подкрепление из Асгарда. Энхирии наверняка захотят выяснить, куда я подевался. Они путешествуют между мирами по небу? У Одина в запасе трюки, о которых мы и думать не смеем. Не до Велира отправятся. Гномам ничего не грозит. Теперь поздно об этом волноваться. Надо уходить. Скорей. Россия. Я давно его не видел. Уже позабыл его красоту. Тюр, ты когда-нибудь слышал от великанов что-то про Локи? Прости, но это имя мне не знакомо. Великаны очень скрытные. Были скрытные. Ну еще бы. Возможно, отдохнув. Дом в дереве. Господин Тюр, вы правда живы? Я жив? Возможно. Ясно. Он просто устал. Я сказал, что у вас найдется приют и пища. А, ну разумеется. Что ж, посмотрим, что можно устроить. Прошу, ходи. А, мы сейчас. А, будь я проб. Ну что, обсудим? Что делать дальше? Ну,
нужно все обдумать. Поговорим утром. Ну ладно. Утром так утром. Спокойно, спокойно. Да. Ох, спасибо. Так намного лучше. Видишь? Доброй ночи, Тюр. Я пойду спать. Завтра много дел. Что ж, Тюр, нам пора выполнить обещание. Давай-ка устроим тебя на ночлег. Прошу, за мной. Эй! Иди сюда, взгляни, что у меня есть. Уверен, мы тут никому не помешаем. Я все обустрою. Вероятно, под твой рост придется изготовить новую кровать. Прошу. Я отвык от просторных мест. У вас есть каморка, заметил? Да, но там хранятся мертвые. Мне подойдет. Если честно, там не будет спокойно. Что ж, а как насчет еды? А, я не прихотлив. У вас есть сухари? Сухари? Или морские галеты? Тоже подойдет. Я... И немного соли. Ну, сейчас что-нибудь отыщу. Нужно что-то особенное? Я-то готов. Давай сюда свое барахло. Да давай уже сюда. Да-да, беру. Значит, вот каким стал Тюр, а? Как у нас говорят, жизнь его сильно потрепала. Как и всех нас. Экий ты нынче философ. Возможно, этой ночью я смогу уснуть. По-настоящему. Спокойным сном того... За кем не следит око всеотца?